Всем привет! Сегодня после рабочего дня мы решили посетить водоем, попробовать порыбачить. Вот этот водоем мы уже здесь были. Здесь был турнир по уклейке у наших друзей. Сейчас вот расположили здесь две удочки. Макс вот расположился на стульчике, наблюдает. Макс, скажи привет. Привет. Наташка. Привет. Здесь вот Мишка расположился еще с Данькой. Он же издалека машет рукой. Вон Данька спрятался в кустах. Мишка налаживает. Что налаживаем? Пикер? Пикер. О, дальнобойный заброс у нас сегодня будут. Вон Данька. Че, Дань, как? Клюет, нет? Клюет. Уклейка? Че? Нам ее надо отманить. Ладно, будем продолжать рыбалку. Прикормка работает, все за. Будем продолжать рыбалку. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Приехали всего лишь на пару часиков. Вот только что вытащил вот такого карасика. Вполне радует. Будем ждать еще поклевочки, будем ждать улова. Папа, запись-то идет. Ну и то. Угу. Угу. Это мы поняли. Надо прикормить немножко. Кашку используем ту самую, самодельную. Делаем маленькие комочки, чтобы не спугнуть рыбку. Комочка 3 сейчас закину. Такие небольшие. Потому что у нас с этого места уже была поклевочка. О, вон Данька кого-то тащит. Кто-то поймал. Густеро. Я кидай садок. Кого, кого? Густеро. Это типа леща. Это леща? Да, у тебя еще. Я ее так называю. У меня что, классный красный глаз ты видишь? Вот такой вот красный глаз. Вон, красный глаз, красный. Я там курю. Вот сидим уже. Ожидаем очередной поклевочки. В улове уже есть два карасика. Один окунек. Один пескарик. И густерочка небольшая. Я ее не видел, мне кажется, это белоглазка. Данька сказал густерка. Стоят удочки, поплавочки. Сейчас увеличим. Вот они, поплавочки. Ожидаем очередной поклевочки. А вот, кажется, на одну удочку клюет, клюет, клюет. Сейчас попробуем вытащить. Кто там клюет? Вот на правый поплавочек. Может быть, сейчас заснимем удачную поклевочку. Время уже к сумеркам. Сидим уже, наверное, минут 40. Как бы пока рыбалочкой довольны. Данька там сбоку подкидывает кашки. Вот такая вот у нас на улице довольно-таки тепло. Птички поют. Продолжается у нас рыбалочка. Поклевочка, поклевочка, поклевочка. Вроде там что-то щелкает. Так, 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 так. Приблизим. На правый поплавочек. И на левый теперь долбит. В садке у нас рыбка зашевелилась. Вот она там плещется.
посмотрим, что у нас там. Червячка немножко объели. Сейчас подсадим свеженького и перезакинем. Включаем запись. Поплавочек, поплавочек. Поклевочки имеются. Думаю, сейчас вытащим какого-нибудь бычарика-карасика. Поплавочек прибился прям к камышику. Стоит очень близко. Как бы он нас в камыш не завел, если клюнет. Ну вот он дрыгается потихонечку. И вот такой вот маленький карасик в этот раз попался. Ну тоже результат. Лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. Отправляем его пока в садочек. А что делаем дальше? Дальше насаживаем червячка и продолжаем. А помыть руки рыбачить. Не прокомментировал. Помыть руки это уже. Для любителей. Так, так, так. Фиксируем очередную поклевочку. Вот она, вот она, вот она, вот она. Пошла, 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 пошла. Эх. Не подсекли. Хотя это была уклеечка. Об этом свидетельствует чешуйка на крючочке. Очень маленькая. Ты ей порвал губу. Нет, я просто задел ее. Запушка. Вытаскиваем, вытаскиваем. Потихонечку, потихонечку на берег. Ты меня все обрызгал. Что ж теперь, то он тебя обрызгал. Смотри, какой он красавчик. Тебя набрызгал. Вот такой вот карасик. Мне кажется, даже не стоит выпендриваться, когда он тебя обрызгал. Ты мне его пожаришь? Вообще легко. Жарить это твое? Жарить. Так, так, у Мишки случилась очередная поклевочка. Так, вот он, бычарик. Тонкая лесочка делает свои... Снасть деликатная. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай, через этот его перекидываем. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот он, вот он, вот он, красавчик. Здесь леска 0,12, блин. Ну вот, наконец-то. Обрыбились. Обрыбились, молодцы. В общий садочек. У Мишки своеобразный экстрактор. Смотрите, новый лайфхак. Опа. Берется просто камышек и используется в виде экстрактора. Вот такой вот карасик. Зачет. Данька, айда в Садоково. Аккуратненько. Тихо, тихо, дайте я буквально. Давай. Давай. Идем, идем. Наташка ждет своей очередной поклевки. Макс в телефончик играет. Смотри, я поймал Макса. Смотри. И сейчас мы его... Давай, Данька, аккуратненько туда его. Есть контакт. Все, красава. Рыбачим дальше. Он смотрит, смотри, на эту полочку. Самый правый. Повел, 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 повел. Не повел. Развел. Какая-то мелочь. Куда он так втопил-то? Вот куда, куда. Сяду, чтобы я себя был хорошо видно. Печенюшки, чаечек. Так, поплавочек немножко начал двигаться. Ждем очередную поклевочку. Мои подружки-лягушки уже подгоняют рыбку.
Двигается, двигается. Сейчас еще немножечко подождем. И мы его подхватим. Вот. Пошел. О, красава! Вот такой вот улов. Лучше, чем ничего. Отправляем. Садочек. Продолжается рыбалка. С этой стороны водоема. А вот с этой стороны ужин. Что кушаем? Сухарики. Рекламировать фирму не буду. Кушаем. Сосиски. Вот так вот Мишань здесь подготовилась к ужину. Термос, все как положено. Сосиски, кетчуп. Все как мы любим. А я жду очередной поклевки. Что-то кушать не хочется. Хочется плавить рыбку. Сейчас посмотрим. Поплавочки стоят. Не шаволятся. Но скоро они начнут шевелиться. Дети вон там у нас играют. В бейсбол. Пластиковой битой. И пластиковым мячиком. Тоже способ развлечения. Кто как хочет, тот так развлекается. Рыбка плещется. Также она плещется опять у нас в садочке. Почти что взбесилась. Наташ, твоя. Тебя карась на камеру не работает? Но будем надеяться, что он сработает у тебя на камеру. Опять лягушки-квакушки у нас квакают. Так. Ждем. Наташа поплавочек задергался. Внезапно отвлек ее от ужина. Ждем. Надеемся, что будет бычарик. Такой же, как в садочке. Вот они, гады. Съели червячка. Ну, рыбалка у нас продолжается. Так, вот у нас уже стемнело, подходит к завершению наша рыбалочка. И давайте посмотрим, что мы поймали. Достаем садочек. И в садочке у нас... Аккуратно. Мой карась. Да, один данкин карась, остальное все общее. Вот такой вот у нас на сегодня улов. Буквально за 3-4 часа мы вот наловили. Приехали, время еще 9 нет. Ага. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, значит, 4. Всем пока. Умник, скажи всем пока. Всем пока. И бить махни. У меня по математике 5. Ну, хоть пока скажи. Пока. Я уже сказал 2 раза. Всем пока. 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 Ты что, меня еще снял? Ну все, до следующих видеороликов.